Все мы знаем, что делает зачарование громовержец. Если таким трезубцем поразить цель, в нее ударит молния. Но вы знали, что если бросить трезубец в громоотвод, то молния тоже призовется? Таким образом, соорудив подобную конструкцию из поршней, слизи, красной пыли, пары повторителей и, конечно, громоотводов, вы можете сделать целое световое шоу. Механизм довольно прост. Поршень будет толкать трезубцы вверх и вниз, тем самым они вновь и вновь будут падать на громоотвод, без конца призывая огромное количество молний. Таких ферм можно сделать несколько, наслаждаться опасным зрелищем. Оставляй лайк и комментарий. До новых встреч!